13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. И сегодня свое особое мнение высказывает член общественной палаты Кировской области, журналист Владислав Крысов. Влад, привет. Добрый день. Хочу, чтобы ты коротко прокомментировал новость, которая вот сегодня на нашем сайте размещена. Новость касается фигурантов дела Центральной диспетчерской службы городской. Из-под ареста выпустили одного из фигурантов этого дела, Александра Рыболовлева. Он бывший руководитель ЦДС. Александр Рыболовлев заключил соглашение досудебное о сотрудничестве с органами. Он помещен под домашний арест, сообщает Кировское управление Следственного комитета. По данным Следственного комитета, Рыболовлев изобличил себя, организаторов и иных участников преступления, подробно рассказал обо всех обстоятельствах дела. Там фигурируют цифры на данный момент, что-то около 20 миллионов рублей. И напоминаю, что дело заведено по факту хищения денег при разработке программного обеспечения для электронных карт школьников. Оказывается, его не надо было разрабатывать. Напоминаю, если кто-то не помнит, оно уже было готово. Ну, то есть вот 20 миллионов нецелевым образом были потрачены и куда-то размещены в другие места. Следишь ли ты за этим делом? И вообще, вот это дело ЦДС для тебя является чем? Символом чего? Свет, если совсем коротко комментировать, то здесь важно, кто окажется на верхушке этих обстоятельств, да, которые рассказал Рыболовлев. И это А, и Б. Окажется ли это верхушка этих обстоятельств достоянием общественности? Или опять мы узнаем только там, или вообще ничего не узнаем, или узнаем когда-то очень-очень не скоро о том, что же это все-таки за верхушка, потому что всем абсолютно понятно, что просто так, вот так вот бюджетными деньгами распоряжаться без чьего-либо ведома ни Рыболовлев, ни там беглый наш Никулин никто не мог. Тут явно это все было на виду, и тут явно кто-то был в курсе. Так вот, какие это обстоятельства и какая у них верхушка? Вот посмотрим, вот здесь вот этот вот самый главный вопрос. Кто в итоге ответит за все? Да. Да? Кто в итоге ответит за все? Никулин или Рыболовлев, или те, собственно говоря, кто управлял? Да. В этот момент городом? Ты это имеешь в виду? Ну, в том числе городом и бюджетом города. Угу. Вообще вот эти вот расследования, которые в этом году просто вот как грибы после дождя, после прихода там Шульгина, и можно даже чуть-чуть пораньше, но особенно когда пришел сити-менеджер в город, я знаю, что за его подписью, например, уходило в прокуратуру письмо по Парку Победы, которое тоже очень долго жители и активисты, и журналисты расследовали и заявляли, и ничего не происходило, и суды принимали сторону администрации и мэрии. И расследование по другим муниципальным учреждениям, достаточно помнить, вспомнить комбинат детского питания, чем кормили наших детей, там детских садиков по какой цене закупали. И много, практически по всему пошли расследования. Что это такое? Ну, Света, дай бог, если это все заслуга Шульгина, тогда, скажем так, ну, низкий поклон ему за это. Да? И это один из результатов его работы. Вот. Но очень так вот кажется, что раньше об этом нельзя было говорить и это расследовать, потому что у нас у верхушки были люди, которые с этим были связаны. Если сейчас происходит то, что происходит, и вот появляются эти уголовные дела, и их много, действительно, вот ты сейчас, наверное, даже не все перечислил, конечно, да, еще и там и печное топливо, и ленинская компания, и все, и если это действительно заслуга тех, кто пришел на руководящие посты, то это хорошо, то это какой-то результат работы. И, скорее всего, для этого этих людей ставили на руководящие посты, потому что, видимо, без них уже было не справиться, слишком здесь все было завязано и в руках в руку мыло. Существует и другое мнение по этому поводу, оно, конечно, озвучивается комментаторами, разными блогерами и не блогерами, что это просто зачистка после предыдущей команды поля, что называется, для того, чтобы на эти места, на чистополе привести своих людей. Это довольно типичная позиция, наверное, ты ее знаешь. Вот пришел человек из другого региона, у нас любят такую историю, сейчас он все тут зачистит и своих приведет. Очень сложно говорить о том, что еще не произошло, да, это мы только можем гадать. Но даже если такая зачистка происходит, так это прекрасно. Значит, она давным-давно требовалась нашему городу, нашему региону. Ну, не знаю, будет ли вторая часть, какие люди придут на их места, да, но сама по себе зачистка – это хорошо. Тебе предстоит, как члену общественной палаты, работать с данными и работать в сфере контроля как раз муниципальной, в том числе, деятельности. Я, насколько знаю, ты подал заявление в рабочую группу по контролю за ремонтом и строительством дорог. Да? И вот эта история… И теперь
Ты будешь тоже следить вместе с коллегами из общественной палаты и с теми, кто просто в рабочую группу входит, не членами общественной палаты. Будешь следить за тем, как закупаются, как ремонтируются, строятся новые дороги. По сути, ты будешь следить за командой Шугина, уже нового сити-менеджера, да, и Елены Ковалевой, в общем, потому что Лена Васильевна тоже активную позицию нельзя. Она не свадебный генерал? Или ты не согласишься? Ну, тут есть у меня свои сомнения. Ага, давай. Да, может быть и свадебный генерал, потому что ее очень мало я слышу, честно говоря. Ну, вот на уровне ее должности я ее очень мало слышу. А ты ходишь на заседание городской думы? Нет, к сожалению. Ну, она довольно жестко там выступает, я тебе скажу. Я несколько раз наблюдала это. Ну, дай бог, если я ошибаюсь, это будет замечательно. Да, вот крайне тебе рекомендую, можно прийти посмотреть. Так вот, ты будешь следить за этим, и ты будешь следить уже за новой командой. Насколько пристально ты будешь это делать, насколько ты готов с этим работать? Ты как журналист впервые в рабочей группе по контролю есть журналист? Ну, естественно, мы первое, что, чтобы не было никаких вопросов и нареканий, мы будем стараться ездить все-таки туда с камерой, чтобы люди все видели эту работу. Выкладывать будем в личный блог куда угодно, но чтобы люди это видели. Во-вторых, если я, скажем так, мне кажется, что это вот та же самая зачистка. То есть, мне кажется, там еще вот эти вот корни, они никуда не делись. И если, если наша группа поможет каким-то образом эти корни выкорчивать, то будет прекрасно. И я надеюсь, что так и будет, потому что люди, которые входят в группу, это и люди, которые работали в прошлой группе, никто никуда не девается. Насколько я знаю, у всех настрой такой, что именно не там разоблачить какого-то гада, да, а именно сделать все-таки так, чтобы у нас появлялись дороги, и появлялись они в нужном качестве и в нужном количестве. Вот, если это получится, замечательно. И опять же таки тут вопрос, мы хотя бы попытались. Да? Я не говорю, что вот мы сейчас тут возьмем и устроим революцию, и все поменяется. Не знаю, мы начнем работать и будем смотреть. Первое заседание пойдет. Еще не прошло. Первое еще нового нет, состава. Да. Еще и мы не точно не знаем, да, да, какой будет состав. И до сих пор еще принимаются заявления в эту группу. Ну, они, я насколько понимаю, уже закончили. Уже закончились. Закончили приниматься. Осталось там, сформировать и встретить. Там что-то около 10 человек, и фамилии все известны. Но это радостно, что не умерла эта группа, потому что было ощущение, что все, закрывается. Ну, вот этого и не хочется, очень не хочется, чтобы она умерла. И мне даже кажется, что это будет такой очень плохой итог для работы общественной палаты, да? Владислав Крысов, журналист, член общественной палаты Кировской области, свое особое мнение сегодня высказывает. Раз уж ты упомянул свой блог, ты, как и обещал, когда избрался в общественную палату, так и делаешь. Сейчас у тебя есть видеоблог на YouTube. Ты туда что транслируешь, как можно тебе посмотреть, назови, пожалуйста, адрес, а потом мы уже оттолкнемся от последнего видеоблога, он мусору был посвящен. Ну, транслируем то, что, во-первых, злободневное, и то, что, то есть мы не можем просто пленарное заседание взять и транслировать, поэтому транслируем вот какие-то выездные, допустим, заседания, да, которые у нас есть. Это проверка капремонта, например, да. Вот очень злободневная тема по мусору. Естественно, последних очень много постов было по мусору, потому что очень много вопросов, и даже вот люди меня знакомые, которые пишут, спрашивают, а вы-то чего молчите? Да вот мы не молчим. Вот я хочу просто показать, что мы не молчим. То есть истина все равно где-то она ищется, и мы ее тоже пытаемся найти, но мы там и не кричим, как некоторые деятели, вот так должно быть и все. Но, по крайней мере, вот даже те опросы, которые в общественной палате сейчас проводятся по мусору, да, это тоже к тому же. Это тоже к тому же. Назови, пожалуйста, адрес своего блога. Можно просто набрать блог общественника Владислава Крысова в любом поисковике. Блог общественника Владислава Крысова. Опрос на сайте общественной палаты, он не на сайте, а ВКонтакте, в группе ВКонтакте общественной палаты, да, звучит следующим образом этот опрос. Какой порядок взимания платы за новую коммунальную услугу по обращению с твердыми отходами вас устраивает? И три варианта ответа: с человека, с квадратного метра квартиры, дифференцированный подход. С человека или с квадратного метра на усмотрение проживающего. Такие тоже предложения звучали. Вот сейчас там уже проголосовавших 8115 человек. При этом 53,16% с человека предлагают брать плату, 15% с квадратного метра и 32% дифференцированный подход. И 369 комментариев под этим опросом. Обсудим после короткого перерыва, насколько этот опрос легитимен, значим, что после него дальше вообще, куда его предъявлять, о чем он говорит. Продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает Влад Крысов, член общественной палаты и журналист.
Мы обсуждаем опрос, который Общественная палата Кировской области выложила в своей группе ВКонтакте. Так она и называется, это группа ОПКО-43. Этот опрос посвящен порядку взимания платы за новую коммунальную услугу, причем порядок до сих пор ведь у нас не установлен еще. Ну, давай сначала результаты опроса обсудим. И, конечно, нужно прокомментировать, почему до сих пор порядок не установлен, чего ждут и как это на нас скажется. Напомню, что 8115 человек на данный момент проголосовало в группе ВКонтакте Общественной палаты Кировской области. Абсолютное большинство, 53%, проголосовало за оплату с человека. На втором месте дифференцированный подход, то есть человек сам волен выбирать за квадратный метр или с человека платить, 32%, ну и остаток 15% с квадратного метра. Ну вот, Свет, и чего? К слову о легитимности. Вот было у нас одно очередное совещание, Юрий Львович Шлемензон тоже там задавал этот же самый вопрос. И кто-то там посмеялся, сказали там, ну, мало ли чего там опросы проводят, 3000 человек, это же ерунда, да, там, взлом кировчанина, при том, что там, я не знаю, 150 тысяч, там, ну, сколько там подписчиков, много, да. Юрий Львович сказал, ничего себе, ребята, вы считаете, что это нелегитимный результат, собрать столько людей проголосовавших? Хорошо, если тот был нелегитимный, объявили новый опрос официально, абсолютно, на Общественной палате, в группе ВКонтакте, да, 8 с лишним тысяч человек. Куда еще легитимнее? Вот, ну, уже, по-моему, все ясно. Люди сказали свое мнение. Но что происходит дальше? Дальше происходят очень странные вещи. Я в том числе и в блоге в своем выложил. Нам 10 раз называли, вот будет принято такого-то числа. 19-го, 17-го, 19-го, 22-го. До конца недели. Где решение? Его нет. Потому что, конечно... Наверное, мне кажется, не ожидали результатов такого опроса. И сейчас... Ты думаешь, это реакция на опрос? Мне кажется, нет, ну в том числе реакция на опрос. Мне кажется, до сих пор вот такое мнение есть, что хотят выморозить все это дело до новогодних праздников, когда уже люди, ну вот просто устанут уже это обсуждать, но действительно уже сколько, вот там комментариев сколько? 369. 369 комментариев. Ну, о чем еще говорить? И последний раз, на последнем совещании, господин Редькин нам четко, ясно ответил на вопрос. Его спросили, когда? Он сказал, до конца недели. Редькин — это министр ЖКХ. Да, до конца недели. Министр ЖКХ обещает прилюдно, его снимают, показывают камеры. Конец недели, пятница, суббота, даже воскресенье. Сегодня все, никакого решения снова нет. Если власть так позволяет себе общаться с общественниками, обещать и нагло врать, что дальше от нее ждать? Дальше может быть и получится так, что доплевать все хотели на этот опрос. Чего они ждут? Власти чего ждут? Власти ждут какого-то, видимо, часа X, когда можно сказать, все, нам, у нас больше не было времени, мы должны были вот сию секунду это решить. Зачем это? Зачем? Ну вот приняли решение. Мы же обсуждали много раз. И в том числе и обсуждение под этим опросом говорят, что кто-то готов платить с метра, кто-то готов платить с человека, а кто-то говорит, дайте я выберу, как мне вот удобнее, так я и буду платить. Зачем? И всегда будет кто-то недовольный. Да ведь? Мы когда обсуждаем, нам говорят, что, скорее всего, мы будем платить с квадратного метра, потому что... Несмотря на то, что 15% всего за это проголосовали. Ну, говорят, что мы будем платить с квадратного метра, и при этом как бы приводят в пример цифру, что средняя квартира у нас где-то метров 60, 50 с небольшим. Вот столько-то человек, на нем-то живет 3,5 человека. И выгоднее будет людям всем, вот если в массе смотреть, платить с квадратного метра. Тут же, конечно, подключаются люди, у которых есть одна квартира, две, три, или большая квартира, или дом, и говорят, ну, я живу два человека, почему я должен платить как за 10, например, да, если мы будем смотреть. И вот этот спор у нас идет. С другой стороны, я смотрела буквально вчера у наших коллег в Новосибирске Тайга.Инфо портал, там противоположный спор, потому что там власти склоняются к тому, что будут платить с человека, и там критика идет, что вот тогда богатые, у которых большие квартиры, выиграют. Мне кажется, и там это все еще происходит, вот эта вот протестность от слишком большой наглости и безапелляционности. Как тут нам заявили, не спросив нашего мнения, мы решили, будем платить с квадрата. Кто мы? Почему мы так решили? А что, референдум надо было проводить? Какие-то мифические... Нет, слишком жестко все. Появляются некие люди, которые представляют себя какими-то экспертами, защитниками многодетных и так далее. То есть этим экспертом сидел в одной студии? Которые абсолютно безапелляционно говорят, будем платить с метром. Почему? Кто так решил? И так далее. Вот эта безапелляционность, мало того, что мы выбираем между плохим и очень плохим, и тот и другой вариант, они далеко от идеального. Они далеко. Влад, у меня был вопрос. Почему власть не может принять на себя ответственность и сказать, будет так?
Ну, мне кажется, власть вообще боится здесь опять проштрафиться перед федеральным центром. А, все-таки федеральный центр. Они не боятся того, что люди на улице... Посмотрите, Свет, в некоторых регионах принято решение вообще о переносе этой реформы, потому что она недоработана, она сырая. До сих пор нет ответов на очень многие вопросы. Если сделаем и мы так, мы попадем в число таких единичных регионов, которые не смогли справиться с этим вопросом. Либо тут у нас скажут, ну ладно, ребят, вы тут вот голосовали, давайте мы вам пойдем, может быть, на уступки, да, и сделаем с человека, раз уж вы большинством вот так вот хотите, да. Но тогда уже не будет вопроса о том, что давайте вообще перенесем эту реформу. Хотя на самом деле этого следовало бы. На полгода, на год ее перенести и все-таки доработать и решить все вопросы, а не так вот, когда год заканчивается, и мы должны уже в конце 18-го принять решение, нам говорят, давайте быстро, 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 быстро. А что говорила общественная палата? Вот я кусочки своего блога посмотрела на ютубе с этого заседания, где был Редькин, да, министр ЖКХ, где был представитель Куприта и их представители вместе с ними, и они все объяснялись, Что общественная палата предлагала и хотела? Общественная палата были в том числе и такие мнения перенести реформу, а в основном пытались услышать ответы на какие-то самые насущные вопросы. Почему инвестиции такие короткие, почему нас просят там купить нас с вами, кто будет выкидывать мусор, эти вот мусоровозы там за год, там за два и так далее, да? Там очень много вопросов. Ответов далеко не на все вопросы, это как сказка про белого бычка. То есть, когда тот же Рейкин нам опять объясняет про какие-то 50 квадратов, про 2,5 человека среднестатистически живущих и так далее, и так далее. То есть, это сказка про белого бычка, вопросов много, ответов нет. Тут еще в комментариях очень простой есть простая формулировка, часто встречающаяся. Деньги брать хотят, а где услуга? Вот тут, понимаешь, вопрос. Тоже вопрос. Что люди думают, когда пишут, а где услуга и какую услугу ожидают? А, ты можешь собственное мнение, вот как человек, который каждый день производит какой-то мусор, выбрасывает и будет платить, а может быть у тебя есть уже собранное какое-то консолидированное мнение, что люди хотят видеть, когда вот 1 января реформа вступает в действие, мы будем платить, ты выходишь во двор или там дома, и ты осознаешь, что теперь тебе вот такая услуга будет предоставлена, и с мусором будет вот это происходить. Свет, как минимум должна была формироваться какая-то лояльность, действительно человек может, должен увидеть, что вообще будет, да? Что мы видим сейчас, когда нам предлагают принять вот эти вот цифры, мало того, что у нас самый огромный тут тариф, да, который только можно было придумать, не решили еще с человека с метра, и так далее. Происходит следующее. В моем личном дворе исчезли 2 контейнера. Что я должен, вот какая моя лояльная позиция должна быть к тем, кто собирается брать с меня деньги за вывоз мусора, просто за вывоз, не за его переработку, да, просто за вывоз, если у меня под носом исчезают 2 контейнера. Оставшиеся 2, естественно, уже переполнены. Вот что это происходит? Здесь как... Каким образом людям объяснить, за что мы должны платить? Естественно, люди это увидев, и мне даже соседи задают, Влад, ты видел? Я говорю, да, видел. Тут у нас депутат Шихов был на одном из эфиров, посвященных мусору, Михаил Шихов, да. Который раньше работал в САХе. Угу, раньше. Да, и имел отношение к Куприту. А сейчас не имею, да? Вот, он депутат. И он сказал, что с 1 января все будет хорошо. Все будет хорошо. Это очень Машины здорово. Закупаются, я у Михаила Шихова, я даже специально все на него хорошо. Подписался в разных соцсетях. Я вижу, как он тут принимает участие в каком-то празднике детском, там, значит, кому-то какой-то. А где? Покажите нам, пожалуйста, что будет с мусором, Михаил Шихов. Вот я вот почему-то этого не видел. Я только знаю, что мне нужно будет платить гораздо больше, чем я платил, а больше я ничего не видел. Не веришь обещаниям властей, что все абсолютно, будет нормально. Абсолютно. Да? Тем более, когда это делается таким образом, как это делается сейчас. Даже не знаю, что тут спросить. Остается глубоко вздохнуть просто. И вот у меня тоже абсолютно в голове бардак, несмотря на то, что много было сказано и в этой студии, и представлено планов, и схема разработана. И прежде всего этот бардак, знаете, с чем связан? С тем, что вот моя душа не может успокоиться по одному конкретному вопросу. Хорошо вступает в действие большая мусорная реформа. Окей, мы будем платить вот столько денег, неважно с чего, с метра, с человека, с чего угодно, дифференцированный, недифференцированный. Я, Влад, хочу выйти во двор, увидеть современную, классную мусоросборочную площадку. Я хочу, чтобы ходили современные, классные, чистые мусоровозы,
красиво в костюмах одетые мусорщики это все делают вовремя, что это все дело сортируется, что в ближайшие там, год уже начинают строиться перерабатывающие сортировочные заводы в этом регионе, а не через 5 лет на федеральные деньги. И то может быть. Да. Светлана, этот вопрос задавали несколько раз, когда мы будем перерабатывать-то? Вот. И еще у меня очень неприятный осадок такой формируется. У меня все время ощущение, что вот всем абсолютно занимаются одни и те же люди. 1, 2, 3 человека. Это не только у тебя такое ощущение. Не то, что сказали, ребята, вот нам нужно построить отрасль. Давайте, кто готов, бизнесмены? Нет. Эти вот полигоны, один человек, условный один. Да? Угу. Свет, давайте говорить, что это все аффилированные люди. Это все аффилированные люди. И в этом смысле абсолютно непонятно, куда смотрит антимонопольная служба. Весь наш мусор, он поделен одними людьми. Вот и все. И участие во всех этих торгах и аукционах, тут один участник, там, значит, два участника отыграли все по максимальным ценам. А где антимонопольная служба? Это такой очень важный вопрос. Я помню, какой шум поднялся, когда у нас яйца стали дороже продавать там на 2 рубля, чем положено. Тут такая шумиха была. Тут все гудели и шумели, и с этими яйцами бегали, как курицы, да? А где сейчас эта шумиха? Что сейчас делает антимонопольная служба? Ты правильно говоришь, что делят все одни и те же люди. Участвуют в этих торгах по непонятным причинам одни и те же люди. Как мы отыгрались? Я не утверждаю, у меня есть ощущение такое. У меня тоже вот ощущение точно такое же. И, видимо, не только у нас с вами такое ощущение. Такая отрасль, которая монополизирована просто вот людьми, и они как хотят, так и крутят этой историей. И у меня вот просто ощущение, что именно эти люди не дают развиваться. Отсюда наглость и безапелляционность. Ребята, мы решили, вы будете платить с квадрата. Все. Вот, понимаешь, хотя, может быть, это наши догадки, но, к сожалению, все, кто вот не приходил, такое вот не пробился сквозь вот это подозрение и неприятное ощущение, что тебя нагибают по всем вопросам и еще собираются это делать очень долгое время. Да, да. 10 лет, как минимум. 10 лет, как минимум. Ну, и у нас остается 1 минута до перерыва. Прокомментируй, пожалуйста, судьбу свалки в Костино, которую сначала собирались закрыть до конца этого года, и даже объявили, что лес хотят высадить на этой свалке в итоге. А теперь вроде бы как выходит новое постановление, новое решение Государственной Думы о том, чтобы свалки подобного рода можно было эксплуатировать бесконечное количество лет. Ты слышал про это? Свет, я вот про это не слышал, но я нисколечки не удивлен, потому что все та же самая сказка про белого бычка. Вот и все. И мне кажется, это еще и происходит от неуверенности того, что все вот это вот у нас вот мусорная сейчас революция, она у нас чем-то хорошим завершится. И на всякий случай у нас вот будет все-таки загашничек и то же самое Костино, которое там было, да. Мне кажется, только так. Вот я первый раз это слышу, но вот у меня сразу мысль такая. Может быть. Хорошо. А как ты хотел бы, чтобы выглядела свалка в Костино? Ну, никак, точно не так, как сейчас. Закрытый? Ну, как минимум закрытый, все равно какая-то рекультивация нужна. Ну, как там лежит куча мусора, я уже не представляю, каких объемов. Последний раз я там снимал 2 года назад. Вот там, я не представляю, как бедные жители там рядом живут, и что там происходит. Она уже сколько раз уже, она переполненная, там уже эти расчеты каждый раз у нас меняются. То она настолько переполнена, то настолько, то совсем переполнена, то совсем-совсем переполнена и так далее. А теперь складируйте сколько угодно. Прервемся на короткий промежуток времени. Через 1,5 минуты снова в студии Влад Крысов со своим особым мнением. Продолжается программа «Особое мнение». Мы сегодня здесь в эфире разговариваем с Владом Крысовым, членом Общественной палаты Кировской области и журналистом. Но тут ты мне в перерыве сказал, что есть большая статья, которая дает все расклады, кто у нас мусором занимается. Да, я пока ее не нашла в интернете, но сейчас попытаюсь найти. Вот мне очень интересно, конечно, почитать. Но вот это еще раз к вопросу о том, что данные-то сейчас все открытые. Ну, вот, практически ничего невозможно так это присыпать землицей и посадить кустики и прикрыться камуфляжем. Да? Данные все открытые. Пожалуйста, и по мусору, пожалуйста, и по ЦДСу, пожалуйста, там и по управляшкам. Все это есть. И самое главное, появляется все больше и больше людей, которые с этой информацией умеют и готовы работать. Блогеры и журналисты, да, и много образовательных всяких там семинаров. Практически любой человек, который хочет этим заниматься, может научиться это делать. Но неужели вот люди, которые занимаются тем, что монополизируют рынок и как-то свои так вот дела решают все еще по старинке, не знают, что в конце концов, окей, не сейчас, но вот нам же тот же Парк Победы говорит, но в конце концов
тебя могут накрыть. Свет, видимо, мало еще одной истории с Парком Победы. Видимо, таких историй должно быть больше. И тогда, может быть, какие-то люди начнут понимать. Ну и там, наверное, еще история, которую ты очень хорошо характеризовал первую новость, когда мы по ЦДСу говорили, да? Кто будет на вершине этих обстоятельств? Да. Когда вершины начнут падать, наверное, тогда? Да. Понятно. Ну, а в перерыве мы еще так вздохнули с Владом тяжело, и сказала я, что какой-то Мордор просто, он говорит. Ну, депрессивный регион, говорит он. И, кстати говоря, насчет депрессивного региона хороший был комментарий. А мы сейчас начнем обсуждать веселье, КВН, клуб веселых и находчивых. И комментарий, который в Фейсбуке распространил Слава Тихонов. Ты его прекрасно знаешь, его знают наши слушатели. Слава занимается организацией различных мероприятий, в том числе просто нам хорошо, я думаю, слушателям запомнился по фестивалю «Дружба народа», праздник плова и так далее. Он разместил комментарий господина Лебедева, Артемия, как раз вот который вышел одновременно с тем, как победила наша команда «Вятка» в КВН в финале. Лебедева спросили, какие три наиболее депрессивных региона вы можете назвать, города можете назвать. Он не мог три назвать, но назвал один, сказал, что Киров какой-то особенно депрессивный. А человек, который занимается на передовых позициях практически, там, дизайна, да, вот, урбанистики, у молодежи, в принципе, очень котируется, и не только. У Собянина, пожалуйста, да и у Путина тоже, да. Человек, который нарисовал новую схему метро, так скажем, если кто не знает, ну, много чего. Он говорит, что у нас очень депрессивный регион. И тут я просила просто Игоря Панкратова, который наш с тобой коллега по общественной палате и представитель Сельмаша, прокомментировать победу команды «Вятка» в КВН. Он сказал, ну, в том числе и для этого необходимо, чтобы в Кирове развивалась молодежная политика, которая даст молодым людям понимание того, что жизнь здесь не так ужасна, не так скучно, можно не просто играть и выигрывать, можно дела какие-то делать, потому что он рассматривает КВН как инструмент молодежной политики, который прежде всего социальные элиты будут открывать для молодежи. А ты как рассматриваешь эту историю с командой «Вятка»? Как ты рассматриваешь эту победу? И что это для тебя? Это просто вот приятный такой фидбэк к молодости нашей, когда КВН там гремел и все в него играют? Или это какое-то действительно свежее дыхание, новый виток, и это действительно можно применить в нашем регионе как-то эффективно? Свет, это можно и нужно применить в нашем регионе эффективно. Вот хотя бы привести такой пример. У меня многих друзей есть дети школьного возраста, которые... Вот они просто мучаются, что им нечем заняться. Они не знают, куда пойти. Не знают, куда пойти бесплатно. Не всегда там можно... Может, у тебя не пойдет, да? Ты там денег уже потратил. Не знают вообще, чем заняться. Я вспоминаю свое детство, да, может, какая-то ностальгия есть, но она не по КВН. Я занимался в театре-студии. Я ходил, занимался на гитаре, учился. Я ходил в картинг. Я ходил куда-то там еще в какие-то изобретательские. Я куда только не ходил. То есть в том смысле, в каком сейчас рассматриваю я лично вот то, что происходит с КВНом, с домом КВН и так далее, это не должно быть просто выступление в телевизоре. И если туда сейчас вот в связи с этой историей и за этой историей пойдут дети, начиная с самых младших школьных классов, и они будут заниматься чем-то полезным, они будут развивать себя, то это будет очень круто. И пусть будет флагманом КВН. Да кто бы ты ни был, если у нас появился КВН, почему нет? Никита Трунов, продюсер, человек, который пишет тексты для нашей команды КВН, сам играет. Здесь, в этом эфире, прямо по приезду нам рассказывал, что с них было, с командой «Вятка», было взято слово инвесторам. Инвестором выступил все-таки Сельмаш, зовут Сельмаш. Было взято слово, что они не просто там будут играть и победят, а потом они свои силы все бросят на то, чтобы отработать это в качестве полезной общественной деятельности в этом регионе. Им дали корочки советника губернатора, молодежной политики, советника губернатора. И он здесь в эфире, ты знаешь, очень серьезно так говорил, что мы поняли, тогда понимали, даже страшно это было, что это большая ответственность, что не просто выиграешь, потом пойдешь на ТНТ делать свой замечательный там проект. Он тут говорил, что они... Он не употреблял слово «привязаны», «привождены», но мы, связанные своим обещанием, да, на это шли ответственно, понимая, и сейчас будем тут делать дела. И даже за эфиром говорил, что мы понимаем, что, в общем, весь продакшн, который нам предлагает сейчас ТНТ, а там центральный канал зашел на них, да, федеральный,
То, что нам нужно делать для КВН, в принципе, все можно делать в Кирове. Баз для этого есть. Там Русвидео фигурировало, там тот же Инлайт и прочие площадки. А насколько ребят хватит, как ты думаешь? Слово-то, конечно, дали. Ну, мне кажется, это зависит и от самих ребят. Здесь дело даже, и очень как-то это плохо звучит, дали корочки. Им дали не корочки, им дали некий вот доверие. Им доверили вот именно эту самую работу с молодежью. И если ребята с этим не справятся, это будет чисто их пацанское, мужицкое слово. Вы, ребята, взялись, вы сказали, вам помогли. А если дальше ничего не будет... Я не знаю, я бы на их месте вот не смог бы смотреть кировчанам больше в глаза. И не смог бы ходить по улицам города. Уеду в Москву, вот это там ходить. Ну, пусть хотят. Но мне кажется, все-таки этого не произойдет. Я со многими из них лично. Вот я хотела это услышать. Лично знаком. Мне кажется, нет. Это пацан сказал, пацан сделает. То есть ты считаешь, что эти люди, взяв на себя, да, вот эту ответственность, и те, кто им доверил, они, в общем, вполне себе такой общественный договор гражданский заключили. И способны они это сделать. Естественно, это и есть самый такой, да, самый пример гражданского договора. Гражданский договор. Они способны, ты считаешь, потянуть. Способны. И они смогут это сделать. Да. А насчет помещения, дворец молодежи. Две связанные темы здесь. Это, во-первых, сам дворец молодежи, который домом КВН теперь становится постепенно. Ну, постепенно, потому что ведь даже сменили директора, да, сменили директора. И площадки, о которой тоже говорил Трунов Никита, что, конечно же, хорошо бы, чтобы была площадка абсолютно современная. И здесь я сразу вспомнила губернатора нашего. Что вот он рассказывал про Самару, как они ездили, какая там площадка современная, концертная и прочее. А насколько наличие технической базы действительно важная вещь в современном мире для того, чтобы вот продвигать, например, такое движение, как КВН, развивая его как инструмент молодежной политики и дальше по списку? Она, мне кажется, она важная, но она не во главе этого списка. Здесь все-таки вот то, о чем мы говорили, это желание, это умение. И нужно начинать и уже вот с какими-то начинаниями доказывать, ты что... Ты этот авангард видел вообще? Я до сих пор, у меня о нем очень мрачное ощущение. Вот сколько я работал и как я туда приезжал снимать, у меня это было какое-то темное, серое, мрачное заведение вообще с непонятным функционалом. Абсолютно с непонятным старое функционалом. Какое-то ощущение, что там какие-то, я не знаю, даже самодеятельностью не назвать, что там только не было, но... В любом случае, очень мрачные ощущения от него были. И вот очень хочется, чтобы сейчас эти ощущения поменялись все-таки, да? Но это большие деньги. Я сейчас об этом говорю. Финансирование. Сначала нужно вдохнуть жизнь, а потом, мне кажется, это все придет в свет. Если люди увидят, что от этого есть толк, это придет. На бантик. В конце особого мнения. Две темы на выбор, пожалуйста. Католики, которые снова пошли в суд против правительства, речь идет о костеле. Ничего себе бантик. И о требовании католиков вернуть. Причем требование такое мягкое. Они готовы делить этот костел с филармонией, да, поскольку там стоит орган и прочее. Или, что, наверное, совсем бантик, только скажи, что это не бантик. Это в Кирове. В Кирове начала работать Uber, международная компания такси. И чтобы это, и что это будет значить для рынка такси в Кирове? Выбирай. Давай костел, потому что на такси я езжу крайне редко. Костел. С костелом вообще непонятная история. Она непонятна очень многим. В чем провинились католики в смысле своих религиозных убеждений? Я не понимаю, почему мой дворец пионеров, в котором я занимался, был отдан православной церкви, и сейчас там располагается совсем не церковь, но он отдан. Это который? Это дворец пионеров на улице Московской, 2. Ой! Который был. Серьезно? Его отдали РПЦ в свое время? Да, насколько я знаю. Там... А потом там вообще не РПЦ, сейчас коммерческая фирма там. В чем провинились католики? Объясните мне. Мечеть передана у нас, она у мусульман. Почему? Я вообще не понимаю, в чем вопрос. Я не говорю, что какая-то религия хуже, какая-то лучше. В чем вопрос, я не понимаю. Орган не вопрос? Орган, ну, надо решать этот вопрос. Тем более, что сами католики, насколько я понимаю, предлагают альтернативу. Да, они не предлагают оттуда выселить срочным образом орган. И поэтому вот этот смысл этого спора, и причем какие-то такие глупые бодания, вот сколько я там успевал читать, там перенесли заседание, потому что там кто-то не явился, перенесли заседание, потому что там сказали, что что-то было достроено, перестроено. Во-первых, надо признать сам факт. Ты знаешь, что чиновники говорят? На все это. В суде они как выступают. Они говорят теперь, что здание утратило религиозное назначение после реконструкции в 1990 году. Поэтому конфессия на него претендовать не может.
Очень здорово. После у нас практически все храмы, насколько я знаю, они были реконструированы и переделаны. Вот там, где сейчас женский монастырь, у меня мама жила там. Там было общежитие кожбехкомбината. А вспомни Квату, которая утратила свое религиозное значение давным-давно. Квату вообще полярно утратила свое религиозное значение. И сейчас 6 корпусов неотапливаемых разрушаются, принадлежат они теперь РПЦ. Да, да. Но они принадлежат РПЦ. Почему чиновники так упираются? Ведь у нас много конфессиональное, извините, государство. Да. Вот здесь почему? Вот за что это? Мы боремся? Мы боремся за то, что у нас все религии равны там, и так далее. Да. Но получается, я не понимаю, для меня это тоже какой-то вопрос без ответа. Я тоже не могу этого понять. А почему, как ты думаешь, не выступит православная общественность в поддержку, например, католиков? Вот почему ответственные православные не скажут, люди, мы здесь все граждане одной страны. И мы все равны в правах. Вот нам даете, дайте католикам. Это братья наши, соседи наши. Света, вот тут я точно не могу ответить, потому что со времен владыки Хрисанфа я, честно говоря, не очень интересуюсь тем, что происходит у нас... Со времен ухода. Да, со времен ухода Хрисанфа я не очень интересуюсь, что у нас происходит в нашей православной церкви. К сожалению, это так. Вот для меня лично она свой какой-то авторитет потеряла. Ну, сложно интересоваться, потому что Марк, который сменил Хрисанфа на этом посту, он же вообще не общается ни с прессой, ни с паствой через никак. Поэтому мне неинтересно. Все понятно, но ты за то, чтобы вернуть костел католикам. Конечно. Влад Крысов в программе «Особое мнение». Микрофон работала Светлана Занько. Всем хорошего дня, недели. И помните, что Новый год не за горами. Да.